X8, давай, давай, X9. Делаешь, делаешь. Давай, давай, X10. Хорошо, хорошо. X12, X15. Сможешь, заберу, заберу. Я забрал на X15, 38, на 15.45 крашнуло. Ну что, друзья, сегодня очень интересный и лютый ролик, ведь именно сегодня я буду играть в режим краш на Majestic RP, где я словил просто невероятный куш Majestic коинов. И сказать честно, вы будете просто в шоке от происходящего, поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go. Но если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней Platinum VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. И не забывай вступать в мой дискорд канал, там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Но я буду начинать, let's go. Ну что, друзья, я собственно уже нахожусь на сервере, как видите, на балансе у меня 50 тысяч Majestic коинов, и давненько я не заходил в краш. Именно сегодня я буду пытаться сорвать реально куш и сделать хотя бы x2, x3, а то и более от той суммы, который я начинал, а то есть в 50 тысяч Majestic коинов. И сказать вам честно, задача сегодня крайне сложная, потому что, сами понимаете, краш — это прям такое дело, в которое практически никто не играет, и я плюс-минус такого же мнения. Но сегодня чисто я снимаю для вас видеоролик, и моя задача хоть какими-то разными способами обмануть эту ракетку. Короче, ладно, я думаю, вы поняли, про что я говорю. Задача крайне сложная, но все же я постараюсь как-то выиграть сегодня, попытаться залутать огромное количество Majestic коинов. Ну что ж, тогда давайте начинать потихонечку. Давайте первую ставку, наверное, я поставлю, ну сколько, вот 1475 поставлю, чтобы у меня было ровно на балансе. Начнем потихонечку, помаленечку, и потихонечку я буду ускоряться. Самое главное, важное, ребят, если вы играете в краш, ну, чисто я для себя эту информацию говорю, я никого не заставляю, не говорю никогда, как нужно играть, как делать, никаких советов точно вы от меня не услышите, но все же для себя я такую фигню понял, то что... А что у меня? Короче, ребят, у меня просто вылетела игра, 1000 коинов мои, там, 1400 с чем-то, просто-напросто улетели. Я вообще не понял, что произошло. Ну, продолжаем дальше, сейчас дождемся вот этот вот X. И, кстати, ребят, посмотрите, просто даже до 2 X не доходит последние, там, несколько игр, поэтому сейчас я... ну, сейчас летит как будто бы X7. Блин, на самом-то деле... Странная ситуация. Короче, продолжу свою мысль, что я заметил, как будто бы мне нужно, чтобы я окупился. В общем-то, я буду ставить по 5000 Majestic коинов, и просто моя основная задача, чтобы мне просто повезло, и я словил какой-нибудь огромный X, по типу вот X20, X17, X18 и так далее. Только таким способом я смогу хоть как-то попробовать сделать огромный X прям. Ну, типа, иначе, да и контента не будет. В общем-то, моя задача сегодня просто наибольшее количество коинов залутать, а вот если я буду ставить по 1000 коинов и так далее, у меня это просто-напросто не получится. Вы должны это понимать, поэтому заранее говорю вам эту информацию, чтобы вы мне не писали в комментариях о том, что, блин, тип ставит по 5000 коинов и надеется словить X17. Почему ты не забираешь, хотя ты мог забрать на X5, на X4 и залутать там 15-20 тысяч коинов. Я понимаю, ребят, но иначе никак прям жесткий куш не словить. Не словить. Вот. Поэтому я буду делать чисто для контента и стараться просто наибольшее количество коинов сегодня залутать. Сейчас меня крашнуло, конечно же, на 2x. Давайте поставим сейчас 4000 Majestic коинов на x4. Попробуем сделать так. Потихонечку, помаленечку начнем. И там уже будем разгоняться и смотреть по ситуации. В общем-то, вот такого я мнение. Поэтому да, ждем. x2 у нас будет, нет? Ну, короче, как будто бы сейчас учение... А, блин, только хотел сказать, что... Я могу выиграть сейчас, но что-то пошло пока что не по плану. В общем, у меня минус 10 тысяч уже, короче. Ну, ничего страшного. Давайте попробуем 5 тысяч поставить на x3. Может, так мне повезет? Просто постараюсь, конечно же, сейчас выиграть просто на x3. Может, мне сейчас повезет. Я очень сильно, конечно же, в это надеюсь, потому что иксы крайне странные. Я не понимаю, как вообще это все анализировать. Но все же будем чисто надеяться на удачу, я не знаю. Ну, вот x3, да, заберет. А почему? А что? А, все, забралось, короче. Оно, видимо, иногда пролагивает, но ничего страшного. Я, кстати, вернул свой баланс. Сейчас залутал с 5015. Более-менее хорошо, на x4 крашнуло, почти 5 у нас было. Ну, довольно-таки пока что нормально все идет. Будем ставить пока что по 5000. Ну и давайте, наверное, как сделаем. Давайте я еще раз поставлю 5000 на x3.
Вот сейчас, возможно, есть такая вероятность, что мне повезет. Но вскоре мне, наверное, скорее всего, придется уже ставить просто 5000 и ждать огромный икс. Огромный X нам 100% сегодня надо ловить, иначе никак. Просто если я вот сейчас буду так потихонечку ставить, рано или поздно у меня закончатся все коины, и я просто могу остаться ни с чем и просрать, так скажем, огромный X, который меня может потом привести к чему-либо. Вот, во второй раз я подряд забираю 15 тысяч коинов, плюс 10 тысяч у нас к основному балику, но сейчас X, ребят, полетел. Вот как это предугадывать, я не понимаю, ребят. Вот это вполне был хороший вариант для того, чтобы я просто ждал. Забрал на X6, на X7 и так далее, но, короче, вот такая вот ситуация. Ладно, давайте сейчас поставим, ну, я не знаю, давайте поставим 3000 коинов. 3000 коинов, и я постараюсь забрать, ну, наверное, на X5, как будто бы может дойти. На X4, X5, короче, сейчас по ситуации посмотрим. Не факт, что, конечно, ну да, она вообще даже и не дойдет, на 1 просто меня крашит. Хорошо. И, кстати, самая, ребят, проблема этого краша в том, что нельзя ставить ставку больше 5000 Majestic коинов. Поэтому тут ситуация крайне сложная. Потому что, ну, сами понимаете, если бы я мог ставить по 15 тысяч коинов, по 20 тысяч, ну, просто представьте, что какие тут суммы можно было бы делать. Но, к сожалению, этого нельзя. У нас есть ограничения, поэтому будем пользоваться тем, что есть. И на самом-то деле это огромный минус, но а что ж поделать. В таком случае нам придется только ловить огромный, повторюсь, X по типу X15, X10 и так далее, и выше, соответственно. Кстати, сейчас у нас идет жестко как-то X. Блин, только хотел забрать, а почему X4 было, а сейчас 360? Короче, у нас еще и краш подлагивает, вот это вообще полная фигня, выглядит как будто бы какой-то скам. Вот, почему она сразу как бы не завершается? Ладно, хорошо, давайте сейчас поставим 2000 Majestic коинов на X5 и просто подождем, я не буду забирать, мы уже слили практически весь свой балик, который мы подняли в плюс, а это было 10 тысяч Majestic коинов, но это только начало, ребят, сейчас будут ставочки побольше, я очень сильно надеюсь ловить этот самый большой X, который будет золотой от X15 хотя бы, чистая со ставкой в 5000 Majestic коинов, соответственно. Вот, а сейчас у нас X идет, как вы думаете, до 5 дойдет? Как будто бы да, он как-то уверенно летит. Хорошо, отлично, я забрал сколько? А я забрал 10 тысяч Majestic коинов, и прикиньте, на 5.06 крашнуло. На 5.06, как я офигенно поставил, ребят. Очень хорошо, вот сейчас хорошо мы сыграли. Сейчас, я думаю, давайте поставим 5 тысяч Majestic коинов. Ну, давайте на X2, просто пока что для начала не будем сильно там разгоняться, потому что как будто бы сейчас большие иксы были, и шанс то, что выпадет какой-то огромный икс от X10, крайне маленький на это шанс, поэтому будем потихонечку, помаленечку вот так вот двигаться. И чё, X2 будет? А X2 будет, конечно, это хорошо. 10 тысяч Majestic коинов я лутаю. Интересно, до скольки сейчас X дойдет? Кстати, уже 15 тысяч коинов у нас чистыми получилось. Это хорошо. На X3 крашнуло, я вас понял. Ну, предугадал, практически прям идеально поставил. Но сейчас давайте попробуем 5000 Majestic коинов просто поставить без каких-либо ограничений. Возможно, я очень сильно надеюсь, то, что это вот именно тот самый шанс, когда я смогу просто сейчас залутать огромный X. Пожалуйста, не подводи меня, краш. Я в тебя верю. Хоть я и понимаю, как ты странно всегда работаешь, и в тебя никто не играет, но все же. Не надо вот так вот мне сливать на 1.50. Ну что за бред? Вот сейчас, короче, у меня лютая чуйка, что надо ловить огромный X. Хотя бы от 10-15, это точно. Потому что как будто бы давненько его не было. И ситуация крайне такая, что вообще непонятно, что произойдет. Поэтому я буду сейчас стараться как-то, ну, выигрывать. У меня никаких вариантов сегодня нет. Я настроен только на победу. Поэтому давай. X2 делаешь. Ну, блин. Какого фига? Короче, вот сейчас такие, знаете, начались качели. Прям я уже чувствую это, потому что последний раз я играл месяца 3-4 в краш, тоже на видеоролик. Я думаю, если вы помните и часто меня смотрите мой контент, то зрители помнят эту ситуацию, когда просто вот ты только чуть-чуть в плюс ушел и полетели просто... ну вот по типу вот такого. Даже до двух не доходит. 1.0, 1.72, 1.50 и так далее. Короче, и просто начинает сливать весь балик. Но самое важное, ребята, это вот просто через себя пройти, рискнуть, реально рискнуть. Либо ты остаешься ни с чем, либо ты просто забираешь огромный X. Иначе никак. Я не понимаю, как реально в этом краше можно выигрывать. Типа, вот самое для меня понятное, это более-менее рулетка. Джекпот вообще какая-то полная фигня. Краш тоже. Ну, именно на Маджестике. Ну, потому что как это, как? Вот я вообще не понимаю, как она настроена. Как будто бы для меня это полный скам. Но базару нет, тут можно реально словить большой X. Но это чисто как тебе повезет.
Ну, тут шанс крайне маленький. То есть, я не знаю, в той же рулетке намного больше. Ну, вы видите, что происходит? Просто меня сливает 1.08, 1.072, 50. Я вообще в шоке. Короче, блин, я не знаю, что делать, но вот сейчас надо как-то, я не знаю, возвращать свой балик, потому что мне уже эта картина крайне не нравится просто. Ну, уже практически половину я слил. Я не хочу вот это видеть. Почему меня сливает? Блин, надо сейчас как-то возвращаться. Надо возвращаться. Пожалуйста, краш. Ну, не подводи меня. Хотя бы до X7 дойди. Я тебя прошу. До X7. Как будто бы можешь. Пожалуйста. Давай, давай, родничок. Давай, давай, делаешь. 3. До 4 дойдет? До 4 можешь. Ну, почему не можешь? Да, конечно же, можешь. До X5. Давай. Ну, давай, я тебя прошу. Давай. Вот, можешь, 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 можешь. Делаешь, 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 делаешь. Заберу, заберу. Нет, я остановлюсь вовремя. Идеально остановился, ребят. Идеально. На 6.44, а у нас на 7 крашнуло. Идеально сделал. Вернул балик, так еще и в плюсе, ребят. Отличная ситуация. Ставим 5000 Majestic коинов, опять же таки. И вот, я не знаю, вот я чувствую, что вот-вот должен быть этот золотой X, типа. Вот X10, X15 и так далее. Пожалуйста, ну я в тебя верю. Ты можешь дать мне дофига коинов. Я тебя прошу, бога ради, дай мне коинов, завези контента, потому что это очень самое важное для меня. И я надеюсь, ребята, вы, зрители, меня поддержите лайком, комментарием и, конечно же, подпиской на мой канал, потому что я делаю для вас такой контент, рискую, хоть я и понимаю, что шанс просто, что я солью все коины, достаточно огромный. А у нас X летит, блин, стоит ждать, нет? Честно, хочу забрать, но как будто бы стоит подождать. Очень хорошо летит, очень хорошо работает. Очень хорошо работает. И на X10 заберу, на X10 собрал. 44 тысячи Majestic коинов с 5 тысяч поднял. X большой, X большой. Блин, мог больше заработать, мог больше. Но я очканул, честно говорю, я очканул. X20, вы что угораете? X22, X21 долбануло. 106 тысяч Majestic коинов. Короче, ребят, я уже сделал X2 от той суммы, которую я начинал. Но, блин, давайте как сделаем. Сейчас поставлю 1850 коинов, чтобы, ну, просто-напросто тот балик, который у меня был, он стал ровный. Поэтому сейчас я поставил на X3 с ограничением. Я не буду забирать досрочно. Дождусь. Если выиграю, то, соответственно, выиграю. Будет неплохо. Давай. Ну, 1.40. Я вас понял. A few moments later. Я просто... Я сейчас просто просрал огромный X. Я просто отошел в туалет, пытался поднять. Я слил практически весь баланс, то есть у меня дошло практически просто он в ноль. Я отошел в туалет, и у меня просто X20 перед глазами пролетает. Ну почему я не ставил? Почему я не ставил? Ёпт. Я того все, ну как мне теперь этот огромный X ждать? Я слил практически весь свой балик. И как теперь возвращаться, я не понимаю. Как теперь возвращаться? Чё мне делать-то? Как вы думаете, два раза подряд может быть, нет? Я не знаю, но пока что он летит. Два раза подряд, думаете, сможет дать мне огромный икс или нет? Блин, ну я не знаю, блин, мне жалко. Мне жалко, ну как так, я просрал. Давай, ты можешь. Два раза подряд, я тебя прошу. Я тебя прошу, делаешь? Да я... Того все просто. Ну все, теперь мне просто, да, будет сливать. Конечно же, меня будет сливать, да. Вообще, очень крутая тема. Очень крутая тема, блин. Я не знаю, как. Я просто весь свой балик слил. Я еще и в минусе. Было на балансе больше 100 тысяч Majestic коинов. Ну как? Как? Вот просто стоило мне в туалет отойти, одну игру пропустить. Одну игру пропустить мне стоило. Ну какого фига? Я не понимаю. Ну это прикол какой-то. Ну и как мне возвращаться теперь? Ну мне даже, я не знаю, мне теперь вот эти вот X2, X3 даже как-то, знаете, тупо забирать. Потому что, зная сколько у меня было на балансе, у меня теперь все, азарт появился. Я хочу забрать большой X. Все, я уже не могу остановиться. Что делать, я не знаю. Как мне теперь поступить? Блин, единственное, на что мне надеяться, что просто мне повезет сейчас. Просто мне повезет. Я надеюсь, что так будет. В общем, я не знаю, на что мне надеяться. На балансе у меня уже 10 тысяч Majestic коинов. У меня остается буквально 3 попытки, включая эту, точнее, чтобы забрать огромный X. Ну как? Я не понимаю. Ну весь балик слил. Капец, обидно, ребят. Но я не хочу. Я не знаю. Я не хочу просто уйти в минус и проиграть просто все бабки. Просто это мой последний шанс. Вот давай. X6, X7, X15 делаешь. Верни мне все деньги, я тебя прошу.
X8, давай, X9. Делаешь? Делаешь. Давай, X10. Хорошо. X12. X15. Сможешь? Заберу. Я забрал на X15. 38 на 15.45 крашнуло. Что? Вы просто... Я в ахере, ребят, с этого везения. Я просто в шоке. Видите, как мне повезло? Я в одну миллисекунду нажал. Капец, я гений. Я не знаю. Блин, еще и ставку забыл подставить. А, ну и хорошо, она на 1-0 крашнула. Капец, ребят, я опять в плюсе. Я вообще в шоке. Я вообще в шоке от происходящего. Ну вот сейчас X летит хорошо. X летит хорошо, но я на X5 поставил 4700. 23 тысячи коинов я вернул. Ну блин, почему я поставил на ограничение? Просто, ну сейчас большой X опять. Я его просто просрал. Короче, 74 тысячи коинов у меня на балансе. На X12, конечно же, я вас понял. Ладно, поставим, короче, 4500 Majestic коинов. Не будем ставить ни на какие ограничения. В общем-то, я считаю, что краш — это крайне скам тема, потому что до этого я не ставил никакие ограничения. Только я поставил на X5 и, конечно же, долбануло X12. Ну... Ребят, я думаю, вы сами понимаете, как это работает. Это чисто тема, которая настроена в файлах игры. И ее вообще никак непонятно, как контрить вообще. Я не понимаю, честно. Но, короче, я не знаю даже, что вам сказать. Просто пытаться что-то сделать, потому что, ну блин, я ушел всего лишь на 15 тысяч коинов сейчас в плюс. Я хочу хотя бы сделать X2 и просто спокойно уйти отдыхать. Ну вот сейчас большой X летит. Как будто бы может дать много. Давай, я тебя прошу, X10 дойдет. Короче, я думаю, надо останавливаться. Все, я нажимаю остановиться, все. Я сделал 100 тысяч на балике, пора реально остановиться. 56 тысяч Majestic коинов я залутал. Понятное дело, что был X сейчас огромный. Я мог забрать сейчас, а то и 100 тысяч, а то и более. На 22 крашнуло. Но все же, так будет лучше. Я не стал дальше рисковать. Сделал X2. В общем-то, более-менее результат меня порадовал. Я думаю, что я сейчас солью все. Давайте последнюю ставку я поставлю 1750 коинов, чтобы у меня было ровно. Поставлю на X5. Да-да, нет-нет. Если выиграет, будет отлично. Если нет, то спокойно. Спокойно я уйду сейчас со 100 тысячами Majestic коинами. Надеюсь, этот ролик вам понравился, ребят. Напишите, с какой мне суммы, может даже вот эти вот 100 тысяч коинов, которые у меня сейчас на балансе, взять, сделать продолжение, как я поднимаю там 200, а то и 300. В общем, надеюсь, мне, конечно же, в последующих видеороликах повезет, поэтому пишите, конечно же, в комментариях. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, комментариев и подписок на мой канал. И всем спасибо за просмотр. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про поддержку. Обязательно лайк, подписка и комментарии. Ну а с вами был Москвин. Всем добра и позитива, всем удачи и пока.